Краснодарцы уже провели несколько сезонов высшей хоккейной лиги. Для сочинцев эти игры стали первыми в истории клуба. Несмотря на это, команда из Олимпийской столицы уже обзавелась собственными фанатами. Зрителей на трибунах Ледового дворца «Шайба» собралось достаточно много. Около 3000 на каждый поединок. К слову, это не основная арена сочинцев. Принимать гостей на матчах континентальной хоккейной лиги они собираются в Ледовом дворце «Большой». Дебютный сезон в элитном дивизионе России фанаты «Леопардов» ожидали с оптимизмом. Нормально, хорошая команда, можно сказать, яркие звезды есть от всего. Ну, думаю, что выйдем хотя бы в плей-офф. Хотелось бы выйти в плей-офф, ну и, конечно, победить. У нас хороший тренер, отличный тренер, имеет богатый опыт, поэтому верим в команду. Подтверждение того, что сезон для сочинцев должен получиться неплохим – две уверенные победы над Кубанью – 3-1 и 4-3. Хозяева площадки выглядели сильнее. Все-таки в их составе двукратные чемпионы мира – Виталий Прошкин и Сергей Зиновьев. Краснодарцы и не возражали. Они в этих встречах на победу особенно и не рассчитывали. Положительные результаты, думаю, от этих игр можно извлечь. Но есть и недостатки, которые надо работать. В эти короткие сроки надо доработать некоторые вопросы по линии обороны, по реализации этих моментов. Сочинцы начинают свой регулярный сезон в КХЛ в сентябре. Тогда же стартуют в ВХЛ краснодарцы. График у обеих команд очень напряженный. Однако кубанские любители этого вида спорта надеются, что двумя матчами это необычное дерби не ограничится.